Добрый день, дорогие друзья, добрый день, дорогие уважаемые подписчики. Мы с вами не виделись несколько недель. Жаркая пора, сборы орехов. Нужно приводить в порядок участок, косить траву. Приходится заботиться сейчас о дровах. Скоро отопительный сезон, газ нынче дорожает. Мы с вами живем в условиях непредсказуемости, неизвестности. И, знаете, в это время коллекционер, либо любой другой человек, у которого есть какое-то любимое дело, он должен отвлекаться на какие-то удовольствия свои, для того, чтобы мозги работали лучше, чтобы как-то отвлекаться от существующей реальности, которая не всегда приятна нам, а многим крайне неприятна. И я отвлекаюсь тем, что разбираю свои давно забытые пакеты с наградами, достаю, веду опись. И сейчас хочу вам несколько пакетиков открыть, посмотрим. Обычно я открываю, вспоминаю, перефотографирую все, записываю в отдельный файл. Там, где не хватает у меня информации, я открываю сайт подвигнарода.ру, где скачиваю наградные листы. Складываю их в специальную папку в телефоне. И таким образом как-то в голове формируется. И вообще нужен порядок в этих вещах. Вот сейчас я покажу некоторые наборы, которые мне нужно заархивировать. Посмотрим и вместе получим эстетическое удовольствие. Вот в первом пакете в нашем, что мне понравилось, что я хочу вам показать. На первый взгляд две медали за трудовую доблесть. Вроде бы ничего примечательного. Две красные книжки. Давайте их посмотрим. Кемарская Евгения Кирилловна в одном документе и Кемарский Павел Николаевич в другом документе. Каждый документ выписан 15 февраля 1949 года. Интересно ваше мнение. Наградили... А, документы, кстати, тоже подряд. Не знаю. Путаются мысли. Так ли было на самом деле, или это творчество народное, не знаю. Ну вот, хотелось бы услышать ваше мнение. Вот такие вот две записи, даты, один почерк. Возможно, выдавали в одном месте, может быть, два чека заслуженных. Так, в следующем пакете у нас с вами... Орден Славы третьей степени. Орден Славы третьей степени. Документа нету. Есть удостоверение к медали за победу над Германией. Фамилия у нас Шельмук Андрей Степанович. Красноармеец. Красноармеец. Орденская планка. Орденская планка здесь... Не знаю, соответствует она или нет. Может быть, здесь был орден юбилейной Отечественной войны. Орден славы. Медаль за победу над Германией. Тут еще Белград мы видим. И юбилейные медали. Ну вот, заказал определение на этот номер. Наверняка медаль принадлежит данному, орден принадлежит данному бойцу. Но... Пока не будет учетной карточки,
утверждать однозначно мы не можем. Не можем и не имеем права. Вот следующий пакет. Сейчас мы с вами посмотрим, что у нас в следующем пакете здесь. Документы. Документы, документы. Сейчас мы все посмотрим. Так, что у нас тут? Что у нас тут тоже? Орден Славы 3-й степени. У нас Орден Отечественной войны. Давайте Славу посмотрим. Красивый орден. Эмали. 700-тысячный орден. Орден Отечественной войны у нас с вами. Посмотрим. Не будем открывать. Юбилейное награждение. Так. Опять у нас нету здесь. Нету у нас с вами здесь кукла. Кукла Николай Алексеевич. Такая интересная фамилия. Кукла. Ветеранское удостоверение. Кукла Николай Алексеевич. Да. Потом, видно, трудился после войны. Так, удостоверение у нас младший сержант Кукла. Так. Документы на 100 лет Ленина за доблестный труд. 70 лет вооруженных сил. Юбилейное удостоверение. Так, доблестный труд. Ага, жена. Кукла Ольга Егоровна. Украина. А, знак. Знак. Ветеран автомобильной промышленности. Знак в наличии. Вот он. Вот он знак. В тяжелом металле. Приятно, приятно. Приятное дополнение. Так, и у нас здесь с вами медаль за трудовое отличие. За трудовое отличие, да. На кого? Кукла Николай Алексеевич. Ох, тут даже фотография имеется. Фотография имеется. Знак гвардии, отличник. Так, что у нас там за отличник? А ну-ка, 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 ну-ка. Это у нас стрелок, по всей видимости. Отличный стрелок, интересно. А ну-ка, сверим фотографии. Похожи? Товарищи. Да, губы одни и те же. Нос тот же. Интересно, интересно. Да, это один и тот же человек. Интересно. Надо дождаться пробивку. Я не хочу читать наградной лист на куклу Николая Алексеевича, пока не придет наградной лист. Тогда мы сможем с вами посмотреть. У нас все уже есть. Орден Отечественной войны юбилейный с документом. Медаль трудовое отличие с документом. Фотография в документе есть. Удостоверение и знак автомобильной промышленности есть. Можно укомплектовать медалями и получится очень интересный комплект. Очень интересный комплект. Да. Вот такой вот. Так, и еще один набор. Еще один набор у нас с вами здесь. Сейчас мы с вами посмотрим, что у нас тут. У нас с вами здесь два документа и три ордена. Орден Отечественной войны 2-й степени у нас с вами в шикарном состоянии. Орден Красной Звезды и Орден Отечественной войны 2-й степени юбилейный. На кого? Малярчук Николай Федорович. Да, все соответствует. Орден Отечественной войны 2-й степени Красной Звезды. И юбилейный
орден Отечественной войны второй степени. То есть у нас здесь с вами три ордена. Сейчас откручивать не будем. Если нужно будет, сделаю отдельный обзор. Еще много чего есть просматривать. Вот, может быть, если вам нравится, будет еще один такой обзор. А потом будем делать деталировку. Друзья, я рад, что вернулся на видеообзоры. Пишите комментарии, делитесь видео, подписывайтесь на канал. Всего доброго. С вами был Александр Тихман, Музей фалеристики воинской славы.